Короче, мы залетели с Максом из скалолазания, сейчас будем лазать. Ну, собственно, Макс. Мы на канале Акима 69. Сегодня мы будем лазать, прыгать, падать, удовольствоваться и насиловать свои пальчики. Так получилось, что мы попали на съемки Виктора Евгеньевича, и вот они сейчас будут бросать детей. Мы просто веселим маленьких детей. Мы будем кидать маленьких детей на дерево. Поснимем и спиздим пару кадров для нашего видеоролика, но ссылочка, конечно же, будет в описании, Bloodshop, канал Виктор Евгеньевич. В основном мы сегодня пришли сюда лазить на скалодроме, но не батутничать. Ассоциация с батутами у меня плохая, потому что эту ногу я ломал 3 раза на батутах, поэтому мы сегодня просто, может, на земле пару раз я попадаю, сделаю пару сальтушек, вспомню былое, ну или вспомню новое. А в основном полазим на скалодромчике, поставим себе некоторые задачи, увидеть, как будем падать, как укреплять свои кистевые силовые моменты. Дамы и господа, если я сейчас сломаюсь, карта Сбербанка будет привязана к этому видео. А спонсором данного видеоролика является бренд спортивного питания BKSNT. В данный момент я нахожусь в городе Сургут, тут будут проходить соревнования по армрестлингу. Но отдыхать я не люблю, поэтому, чтобы не останавливать свой тренировочный процесс и мой организм чувствовал себя также хорошо и прекрасно и восстанавливался, я с собой всегда беру 3 компонента, ну, на 3-4 дня. АКГ памп, чтобы на тренировочках быстрее восстанавливаться и менее уставать, выкладываться на все 100%, как я это люблю. После тренировочки глютамин, чтобы во время сна, во время отдыха вы быстрее восстанавливались, ваше тело приходило в норму и я балдею. И также глюкозамин хондроитин. Без этого мои связочки, наверное, бы уже оторвались. Поэтому советую. Ссылочка будет, конечно же, на BKSNT в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Всех обнял, всех поднял. Продолжаем. Сейчас, я понял. Полет ласточки. Короче, мы решили размяться, вот, собственно говоря, скалодром. Сейчас попробуем пройти какую-нибудь штучку. От одного до стика. Сейчас попробуем залезть и показать зал сверху. Вот мы залезли наверх. Пожалуйста. Вот такие вот пироги. Вот так вот. Нет. Я же пролез легко, ты залезь это сделаешь, это отвечаю. Мы же должны быть в разных условиях. Да, и все, и полез. Давай у мужичка скажем, самая легкая трасса где?
идея есть. Я не знаю, сколько она возможна. Здесь есть просто точка, где можно отдыхать. И попробовать начать лезть отсюда и долезть вот до того, где мы начинали. Прямо вот дойти до верху и вот как-то обводными путями дойти. Типа можно отдохнуть. Хуйня? Ну, по сути, да. Ну, давай. Только я прошел, а вы нет. Спасибо, клоун. Может, попробуешь? Дашь мне отдохнуть? Вердикт таков. Ставки из первого зала, возможно, будут. Этот зал не такой прям прикольный, клевый. Лучше другой. Мы не скалолазы. Идем переодеваться. Кушать. Потом в него. Там будет борьба, тренировочка. Чаепитные и чаедельные посиделки. Вот. Руки болят, кисти болят, связки болят. Как будто мизинец сломал.